Друзья, добрый день! Сегодня я вам хочу показать о том, как можно поменять ремень на сушке, не разбирая ее, в принципе, и о том, как заменить ролик. Вот, смотрите. Здесь у нас есть сушка Electrolux. Сейчас я покажу модель. Вот модель. Она у нас компрессорная, то есть кушает где-то около полукиловатта всего. Вот сейчас она уже снята, боковинка изнутри. Ну, все, что вам придется все-таки разобрать, это придется разобрать. Сейчас я включу подсветку, секундочку. Придется разобрать и снять старый ролик. Вот, сам мотор у нас держится на пружине, вот такой вот. Вот она. Вот пружинка. Мы ее снимаем, она находится вот в этом вот месте. И после этого можем снять ролик в бок. Вот у нас новый ролик. Как он одевается? Оказывается, нет ничего сложного. Как он снимается, так и одевается. Мы компрессор, извините, что сложно мне снимать одной рукой и другой показывать. Компрессор отодвигаем в сторону. Вот смотрите. Отодвигаем. И можем после этого, вот, то есть снимать мотор не нужно. Ролик, который стачивается со временем, он легко одевается без съема самого двигателя. Потому что, чтобы его снять, нужно открутить винт здесь и открутить винт здесь. Единственное, что я вам рекомендую, если просто это снимать не буду, в это место чуть-чуть капнуть масло. Все, ролик я смазал, смотрите. Как поменять ремень? Видите, ремень у нас уже все. Подошел почти в негодность из-за того, что сломался ролик. Все, что нам нужно сделать, сейчас взять пружинку, вот она. Одеваем ее на мотор. И с другой стороны зацепить самый низ. Смотрите, вот я взял раскладушками и зацепил. Все, проверяем.